Меня зовут Кристина Маранды, я занимаюсь промоушеном фильма. Короче, что я хочу сказать. Я когда первый раз посмотрела этот фильм и поняла, что мне это продюсировать, заниматься маркетингом, я даже не знала, что ответить Адису, потому что это настолько сложнее, чем я представляла, это настолько экспериментально для меня. Это был такой очень сложный вызов, именно поэтому мне стало интересно с этим работать, потому что я не очень близка к современному искусству. И вот сейчас произошла наша премьера, да, в культурном центре ЗИЛ, и были очень разные зрители, чего я немного опасалась, но надеялась, что будет, потому что было интересно услышать абсолютно разных зрителей и их мнение. То, что вот сейчас сложилось, я могу сказать, что это действительно то, ради чего мы идем в искусство. Чтобы пробуждалась наша чувственность, пробуждалась наша какая-то животная часть и отключалась эта рацио, и мы уже другими органами чувств существовали, ощущали визуал, ощущали эстетику и мир вокруг нас. Поэтому я надеюсь, что как можно больше зрителей посмотрит этот фильм. Не очень, мне кажется, классно, если вы глянете это в онлайне, но если другой возможности у вас нету, то смотрите так. Ну а мы с командой постараемся провести еще пару показов в Питере и здесь, потому что вот именно такое пространство, да, оно позволяет погрузиться в это всеми органами чувств.